Всем привет! Вы смотрите «Про свадьбы» – специальный проект свадебного агентства «Ты со мной». В последнее время все больше популярность набирают свадьбы в эко- и рустик-стилях. И сегодня мы расскажем вам об одном российском эко-отеле, который идеально подходит под условия и ничуть не уступает заграничным. Сегодня мы представляем вашему вниманию одну интересную площадку. Как было сказано чуть ранее, это эко-отель, называется Велна. В наш век технологий, пластмасс, понятие эко звучит сравни экзотики. Хотя это совершенно и не так. Итак, давайте попробуем понять, что же вообще означает эко-стиль. Поискав в сети точное определение, можно сказать, что эко-стиль означает атмосферу природного, живого и настоящего. Другими словами, это натуральные материалы, природные фактуры, минимум искусственных предметов и максимум пространства и света. Вот основные черты эко-стиля. Мы вкратце узнали, что такое эко-стиль, и теперь давайте расскажем об отеле Велна. Отель Велна расположен в 2 часах езды от Москвы в старинном городе Таруса. Город Таруса впервые упоминается в летописях в 1246 году. Благодаря своему уникально сохранившемуся облику, большинство зданий одноэтажные, построены еще в 19 веке. Город имеет статус природно-архитектурного заповедника и внесет в перечень исторических городов России. Территория эко-отеля Велна – 36 гектар, на котором могут комфортно себя чувствовать сразу несколько свадеб. На территории отеля имеются как отдельные коттеджи, выполненные, конечно же, из дерева, также гостиничный комплекс с номерами различного уровня и также стоимости. Разумеется, для свадебных мероприятий в отеле есть банкетный зал с верандой, вместимостью около 90 человек. Нельзя не отметить и наличие потрясающей беседки на территории отеля, которая комфортно вмещает до 50 человек. Дорогие друзья, мы находимся в одном из, наверное, лучших спа-отелей Московской области. Называется Велна, и рядом со мной находится менеджер по продажам Анна Смирнова. И сегодня Аня будет нашим гидом по этому замечательному месту. Да, я хочу рассказать про наш отель Велна Эко Спа Резорт. Он признан лучшим загородным отелем 2014 года, лучшим отелем в эко-стиле 2014 года. У нас прекрасная территория, 36 гектар, на которой стоит 2 основных комплекса для проживания. Они сделаны в стиле шале. В центре нашего комплекса располагается спа Wellness, в котором вы можете отдохнуть в бассейне. И, конечно, мы располагаем большими возможностями для проведения свадебных мероприятий, в том числе банкетов, регистрации выездных и, конечно, масса возможностей для проведения красивых фотосессий в стиле лесной сказки, в натуральном эко-стиле, который сейчас так любят наши невесты и молодожены. Да, называется рустик-стиль. Рустик-боха, да, в стиле natural. Да, все это как нельзя лучше подходит именно к этому месту. Да, и, конечно, мы за то, чтобы свадьба не превращалась в гонку, суматоху, а для того, чтобы вы могли со своими гостями приехать накануне мероприятия, спокойно подготовиться, отдохнуть, встать с утра, надышавшись свежего воздуха, сделать прическу, фотосессию утро невесты и уже с гостями отдыхать на нашей территории. Ну, в воскресенье, наверное, после бурного банкета прийти в себя у бассейна открытого и потом уже отправиться домой в Москву. Беседка, которую вы видите, хорошо использовать для проведения выездной регистрации и проведения банкета для небольшого количества человек, до 50, для того, чтобы всем было комфортно здесь разместиться. Хорошую погоду – это идеальное место для проведения вашего свадебного торжества. Большое спасибо Ане за эту потрясающую экскурсию. Ну а мы теперь пообщаемся с заместителем управляющего эко-отелем.
Территория гостиничного комплекса 36 гектар. Отель был открыт в 2013 году. В состав комплекса входит 2 гостиничных корпуса и 6 коттеджей 3 категорий Family, Romantic и Standard. Весь отель выполнен в эко-стиле, то есть деревянные коттеджи. У нас фермерские продукты питания, которые мы предлагаем нашим гостям в ресторане. Территория сама находится в экологически чистом районе Тарусы. Вокруг заповедный лес. Рядом река Таруса-Ака в шаговой доступности. Очень красивая природа. Стоимость двухместного размещения в номерах категории «Стандарт» от 5000. Размещение в номерах повышенной комфортности от 7900 рублей в сутки. И размещение в коттеджах от 11000 за сутки. В стоимость проживания включен завтрак и посещение спа-комплекса без ограничения по времени с 8 утра до 10 вечера. Причем посещение спа включено также и для гостей, которые проживают в коттедже. Приглашаем провести свадебное торжество в Элна Экоспа Резорт. Мы воплотим ваши мечты в реальность и сделаем свадебное торжество незабываемым. Хочется сказать, что этот отель не только подходит под свадьбы в рустик-стиле, но это очень комфортное место. Место, куда хочется приезжать снова и снова. На сегодня у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся.